Зря ехали. Посудоцентр закрылся для посетителей. Всех покупателей разворачивают. В это воскресенье торговый центр начали готовить под ковидный госпиталь. Площадь в 15 тысяч квадратных метров позволит разместить до 600 пациентов. У меня дочь работает вон в Стройгазовской. Там людей некуда ложить. Так что госпиталь нужен. Сейчас посудоцентр не пускают, магазин еще не съехал, тут активно вывозят товары и уже работают волонтеры, они начали уборку помещения. А что будете делать? Какие работы? Разгружать, убирать что-то? Если честно, нам еще не сказали, но мы будем убирать мусор. После геомаркета, который комиссия запарковала еще на прошлой неделе, власти, проектировщики, пожарные службы рассмотрели около 10 других вариантов зданий. Специалисты искали одноэтажное помещение, большой площадью, с удобными подъездными путями и максимально безопасное. Таким критериям отвечал лишь посудный супермаркет. Он принадлежит управляющей компании «Союз». Ее руководитель Владимир Отмашкин разрешил впустить сюда ковид-пациентов. При этом магазин не закрывается. Примерно через месяц известно о месте, где будет открыт магазин. И точная дата. В принципе, восприняли новость сотрудники, то, что вы переезжаете, то, что здесь будет ковидный госпиталь? С понятием, с пониманием. Все работаем. Вчера до 10 часов работали. Запустить госпиталь рассчитывают в максимально короткие сроки, сообщил сегодня глава Барнаула на аппаратном совещании в правительстве региона. Напомним, что Вячеслав Франк возглавил рабочую группу, которая всю прошлую неделю подыскивала подходящее здание. А теперь будет заниматься созданием госпиталя. Более 100 волонтеров находится на объекте. Мы вывозим, по сути, посудоцентр и готовим площадку для того, чтобы туда приступили строители. Строители, ну, в идеале, завтра вечером или послезавтра выйдут уже на объект и параллельно с проектно-сметной документацией приступят к своей работе. Работы по переоборудованию госпиталя будут идти в 3 смены. За масштабной стройкой можно будет наблюдать в прямом эфире на сайте мэрии. В ближайшее время будет организована трансляция с места событий. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.